Расскажите своему малышу, что в огороде на грядке можно увидеть салат. Попробуйте загадать ему загадку. Словно юбочка на сборке, листики твои в оборках, а за складочкой, смотри, витаминчики внутри. Знаю, каждый будет рад съесть зелененький. Правильно, салат. Расскажите малышу, откуда появляются салатные красивые листики и кочаны. Сначала нужно посадить в землю семена. Через некоторое время они взойдут и появятся красивые, сочные, зеленые листики. Посмотрите, как красиво на грядке сидит салат. Он очень полезный, в нем очень много витаминов.